Несмотря на коронавирус, 2020 год стал богатым на громкие спортивные начинания в Магнитогорске. Секция парусного спорта – одно из таких. Открытие яхтенной школы состоялось накануне Дня города и стало возможным благодаря помощи ПАО ММК. На базе спортивного клуба «Металлург» Магнитогорск организовали базу для занятий под парусами и разработали концепцию развития на последующие 4 года. Насколько продуктивно юные яхтсмены переживают уральскую зиму – в сюжете Елены Ткач. Сколько времени необходимо тратить на парусный спорт? Номинально тренировка длится 1,5 часа, на деле 3,5-4. Яхтинг не терпит случайных людей. Здесь остаются только те, кто может и готов преодолевать себя, стихию и, конечно, работать в команде. Может быть, именно поэтому в зимних классах парусной секции сейчас занимается сложившийся костяк. За полгода занятий уже такое есть. Здесь, вот, как вы видите, отремонтировали зал и подготовили под секцию именно парусного спорта. Здесь проходят теоретические занятия. Ну и также ребята ОФП проходят на улице, физподготовку и так далее. В этом году, 30 июня, состоялось торжественное открытие секции парусного спорта с участием генерального директора ПАО ММК Павла Шиляева. При поддержке комбината были приобретены 4 яхты и 4 судна «Луч» в безвозмездное пользование передал клуб «Бригантина», что базируется на озере Банное. Во многом благодаря энтузиастам бановской команды удалось сохранить те самые яхтенные традиции «Магнитки» эпохи ректора Николая Иванова. Те самые мальчишки, которые дневали и ночевали рядом со взрослыми под парусами в акватории Банная, сегодня приносят нашему городу победы в престижных парусных соревнованиях, например, таких, как 100-мильная гонка в Перми. Эта гонка является практически чемпионатом России по крейсерским гонкам. 100-мильная гонка – это непрерывная работа. Не то, что с утра до вечера, это больше суток работы на лодке, когда ты должен каждую секунду наблюдать за противниками, за ветром, за течением, за тем, что надо сделать. 100 миль, 160 километров. Именно в таком изматывающем суточном марафоне юные яхтсмены Магнитогорска под руководством чемпиона мира Максима Таранова стали первыми. И эта победа уже из новейшей истории парусной магнитки. А теперь пришло время яхтинг сделать массовым. Грандиозные планы развития парусного спорта расписаны на 4 года вперед. И это не бизнес-проект, а социально-образовательная программа комбината, который одинаково высоко поддерживает и спорт высших достижений, и занятия спортом детей. Мы сейчас прорабатываем вопрос со студентами, с МГТУ, с парусной, студенческой парусной лигой. И тут мы запланируем ряд мероприятий к Дню города, таких масштабных мероприятий на воде, то есть это с привлечением и как и гребли, и так и парусного спорта. 2020 год дал старт новому прекрасному начинанию. У подрастающего поколения магнитки есть прекрасная возможность стать частью невероятно красивого вида спорта. И тогда акватория Урала, расцвеченная байдарками и белыми парусами, станет для нас привычной картиной. Елена Ткач, Александр Макаров, телекомпания ТВН.